15 место из 46 по Московской области заняло УМВД России Пушкинское по итогам года. Об этом сообщили на совещании, где обсудили результаты работы за 2023 год. Количество зарегистрированных преступлений снизилось на 7,7%, составило 2055 преступлений. При этом на 2,5% увеличился общий массив раскрытых преступлений и составил 1356 преступлений. Снизилось количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений. Раскрытых же стало больше. Удалось добиться снижения грабежей на 18,2%. Количество краж уменьшилось на 22,4%. Количество мошенничеств в общеуголовной направленности также снизилось. Раскрытых правонарушений данного вида увеличилось. За положительную работу наградили территориальные подразделения. Третье место занял Правдинский отдел полиции. Второе – Красноармейский. Первое место и кубок отправился к сотрудникам Клязьминского отдела полиции. Хорошие традиции этого варианта, она смотрится в нашем управлении, действительно достойно, действительно, и цифры, и работа показывают, что на высоком уровне. Надеюсь, что 24-й год будет для вас, вы не отдадите никому этот кубок. Грамотами Главного управления МВД России по Московской области, а также УМВД Пушкинская наградили лучших сотрудников. Благодарности главы округа вручил его заместитель Юрий Гордеев. Старший лейтенант полиции Михайлова Дарья Сергеевна, старший дознаватель отдела дознания. На совещании также присутствовали начальник управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Московской области Александр Зарипов, пушкинский городской прокурор Андрей Чижов. Они напутствовали сотрудников полиции на эффективную работу в новом году, а результаты прошлого года назвали положительными. Жанна Лавяненко, Александр Корнеев, Анна Белова. Новости Большого округа.